Мэр Сочи отметил, что лицо террористов сегодня изменилось. Теперь это не только участники запрещенных группировок, но и молодые ребята. Это еще раз подтвердила трагедия в Керчи, где студент расстрелял своих сокурсников и преподавателей. И здесь ни при чем вероисповедание или принадлежность к определенной национальности. Молодые люди сегодня воспитываются на социальных сетях, потому важна совместная работа всех основных институтов общества, в том числе преподавателей. Куратор группы, декан факультета, проректор высшего учебного заведения по воспитательной работе, они просто обязаны заниматься воспитательной работой как своих детей. То есть знать о них все. Мы должны знать, чем думает, чем дышит, какие проблемы у этого молодого человека есть. Анатолий Пахомов отметил, что необходимо уделить пристальное внимание безопасности учебных заведений. Основные нарушения сегодня – это отсутствие тревожных кнопок, рамок и видеонаблюдения. Все недочеты должны быть устранены до 6 ноября. А уже 16 числа в вузах и СУЗах пройдут дополнительные проверки на предмет устранения всех замечаний. Учреждениям образования за неисполнение предписаний антитеррористической комиссии грозит ответственность вплоть до лишения лицензии.